Чтобы попытаться понять японских художников и приобщиться к искусству каллиграфии, не обязательно собирать чемоданы и уезжать за 39 земель. Мастер-класс по древнейшему искусству открылся в Курганском областном художественном музее вместе с выставкой «Самураи и красавицы». Обряд созерцания, то есть мы должны полностью и мыслями, и чувствами, и всеми движениями передавать именно ту идеограмму, которую собираемся рисовать. Не так просто, как кажется, воспроизвести один из символов. Движения должны быть плавными и осторожными, а кисть необходимо держать под прямым углом по отношению к листу. Начинать творить на рисовой бумаге, как положено, новичку будет сложно. Слишком уж чувствителен этот материал, поэтому тренируется на обычных альбомных листах. В японской каллиграфии, так же, как и в русской письменности, существуют печатные и существует курсив. Вот. И таким образом курсив он выглядит, конечно, более плавно и более изогнутые линии. Занятие каллиграфией сравнимо с психологическими тренингами. Это искусство требует полного спокойствия. Человек должен забыть о проблемах и отодвинуть от себя все неприятные мысли. Этот символ означает удача. В японском искусстве каллиграфия рассчитывать на фортуну бесполезно. Просветление приходит художнику спустя многие годы. Например, книжку-раздвижку Сасаки Тесена создавал, пропуская смысл каждого слова через себя. Елена Швецова, Илья Урванцев, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курган.ру».